Весна – это время любви, перемен и новых стильных решений. Здравствуйте! Вы смотрите по модному весеннее пробуждение в программе «Новая я» на канале РТР Молдова. Бесценные минуты, которые мы обычно дарим зеркалу по утрам, весной превращаются в часы. Обострение чувств диктует свой дресс-код – безупречный и привлекательный. Новая героиня нашей программы Ольга этой весной готова к переменам как никогда. Предвкушая встречу со своим женихом, она хочет сделать ему сюрприз, и мы ей в этом поможем. Обычно в конференц-зале РТР Молдова происходит встреча с будущей героиней программы. Но на этот раз профессиональная команда телепроекта «Новая я» собралась на очередное модное заседание, чтобы выбрать из всего многообразия заявок на участие только одну. Все больше и больше представительниц прекрасного пола, жаждущих изменения своего имиджа, пишут нам на программу. И это не может не радовать. После долгих обсуждений потенциальной героини проекта выбор был сделан в пользу одной. Не, ну, слушай. Хорошо, не 38-го, не 40-го разные. Да, ну, Ир, как бы даже если у него 38-го, 40-го, не померили. Ну, давайте. И макияжем здесь можно показать сразу эффект вау. Еще бенетон. Вот, если она не влезет в бенетоновский, сисливский 44-й, 46-й. Молдавский будет такой типаж, молдаваночка прям такая. С темными глазками такие. Пишет, что ей 24 марта. Сегодня? Это через месяц. Через месяц ей исполняется 29 лет. Дискуссия продолжилась тем, что стилист проекта Ольга Маликова поделилась со всей командой впечатлениями от поездки на Миланскую неделю моды. Показ, конечно, интересно, все, потом добраться с показа. Не, ну это, конечно, интересно, само как шоу, круто. Первое, что сказала, мы балованы. Частая гостья мировых показов Ольга Маликова в наших следующих выпусках программы еще поделится с вами ценной информацией о том, что будет модно в грядущем весенне-летнем сезоне. А пока давайте знакомиться с новой героиней нашей программы. Ольга. Возраст 29 лет. Призвание – интуитивный психолог. Свободное время проводит в путешествиях на автомобиле. В гардеробе больше всего одежды классического стиля. Не готова ради эксперимента с внешностью на прическу ирокез. Наша героиня до сегодняшнего дня была увлечена только работой, что не могло не отразиться на ее гардеробе. Мы постарались помочь нашей Ольге сделать из нее модную, стильную девушку. Ольга, самый первый вопрос, который мы задаем нашим героиням, это почему вы решили к нам обратиться? Давайте с этого вопроса начнем нашу дискуссию. Ириш, так случилось в моей жизни, что я очень сильно люблю экспериментировать. И каждые полгода примерно я меняю свой образ. И когда я увидела такую передачу в Молдове по смену имиджа и стиля, то мне очень захотелось в ней поучаствовать. Но в вашем письме вы написали нам, что вы собираетесь замуж и очень хотите удивить своего будущего супруга. А также вы упомянули, что супруг живет не в нашем городе. Это так? Ирин, действительно, он живет в Риге. И мне не очень хотелось афишировать этот вопрос. Но буквально через неделю я лечу к нему, и хотелось бы его немножечко удивить. Мы планируем подавать документы на регистрацию в брак. Значит, вы хотите сделать своему будущему супругу сюрприз. А давайте мы тут сразу разберемся, насколько должен быть эпатажным и шокирующим этот сюрприз. Ну, на самом деле я готова на многое. Но ракет для него это будет слишком, поэтому что-нибудь помягче и соответствующий его статус бизнес-человек. Конечно, ракет мы вам делать не собираемся, хотя это очень заманчивое предложение, я думаю, что нашим стилистам оно очень понравится. А вы сказали соответствовать бизнес-статусу, что это значит в вашем понимании? Какой-то определенный стиль одежды или вы видите себя в какой-то определенной стрижке, цвете волос? До сегодняшнего момента и до момента принятия решения создать семью я тоже вела свой бизнес, и мой гардероб в основном состоял из дресс-кода определенного. Но сейчас я ставлю больше ставку и свой взгляд на создание семьи, а девушка, которая хочет гармоничную семью с любимым мужчиной, должна быть более мягкой. Соответственно, уже юбку-карандаш ты не оденешь, поэтому я надеюсь, что стилисты сделают более такой летящий и притягательный
образом. Да. Поставленная вами задача нам ясна. Я уверена, что мы с ней обязательно справимся. Я немного волнуюсь, но я готова к переменам. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Вы готовы к перемене? Готова, я вам доверяю. Вам совсем не страшно? Ну, есть немножко, ножки дрожат. А почему именно ножки? Вы сидите вроде бы. Страх ушел в пятки. Чем мы красим волосы? Ну, все мои покраски проходили в салоне. Это все салонная работа, да? Да. Вам говорили, что у вас волосы пористые, что вам осветлять волосы практически не рекомендовано. Нет. Нет, да? От вас слышу первый раз. Да. По традиции нашей программы вы сегодня увидите в зеркале. До переобщения. Когда ко мне приходят клиенты, девушки, женщины с пористым волосом, волнистый волос, да, то, конечно, часто они хотят отращивать волосы. Когда предлагаешь им какую-то стильную форму, та, которая будет ей удобна в повседневной жизни, но не всегда длинные волосы это они украшают. То есть, если волос ровный, то есть ровная структура волос, тогда, конечно, можно позволить себе и любой краситель, и любую длину. Но так как у них, допустим, этот волос волнистый, пористый, то он себя ведет совсем по-другому. Если он особенно крашеный или там милированный, то это пух. Сейчас мы в городе видим такой волос. Практика показывает, что они не следят практически за своими волосами. У нашей героини такой же пористый волос. Да, она тоже пришла с целью отращивать волосы, но так как программа у нас совершенно другая, и мы подобрали нашей героине именно под ее структуру волос, ее форму стрижки. Так, чтобы ей было удобно вытягивать и феном, просто высушить волосы, просто там мокрый какой-то такой легкий эффект. Это будет смотреться симпатично, это будет смотреться лучше, чем, допустим, она пришла с длинными волосами. А база крашена? Да. Вот, Оля, смотри, что я присмотрел. В принципе, я хочу сделать ей вот такой цвет, uh-huh. да? То есть на конце более яркий. А может быть, мы ей более яркий. Мы покрасим ее, это будет ее основной цвет. Чтобы не было морковной, uh-huh. самое главное. Ну, тогда золотого аддитива. Золотого, да. Этого чуть-чуть. Этого больше. Волосы это. Вьются? Uh-huh. Я вижу. Это все легло. Я вижу. Нет, так оно вот именно, что оно ляжет так, как будто бы она такая родилась. Хорошо? Хорошо. Общавшись с нашей героиней, Олечкой, я поняла, насколько солнечное это создание. И, конечно, никаких кардинально брутальных изменений не хотелось вносить. Наоборот, хотелось эту внутреннюю женственность, нежность подчеркнуть. И, соответственно, цветом волос мы попытались именно этого достичь. За красотой мы, женщины, готовы на все, даже пугать своих домашних такими вот масками. Специалистам клиники «Лаборатория красоты» известны другие, более эффективные методы борьбы с нежелательными возрастными изменениями кожи. Чтобы справиться с возрастными изменениями кожи, вовсе не обязательно обращаться к хирургическим процедурам. Можно начать с эстетической медицины. Здравствуйте, меня зовут Ольга Цурка, я ведущий специалист лаборатории красоты. Мы доказали, что возможно достичь очень хороших результатов, прибегая к технологиям современной эстетической медицины.
Наталья Панзаро, 49 лет, основатель и креативный директор бренда «Дивера», счастливая мама двух дочерей, любит проводить свободное время в путешествиях, стойко перенесла процедуру лазерной шлифовки лица, плазмолифтинга, биоармирования, инъекции гиалуроновой кислоты. Наталья, я очень рада вас видеть. И, глядя на вас, пытаюсь увидеть изменения в вашей внешности, в вашем действительно очень-очень хорошо сегодня выглядите. Прежде всего, я хотела бы узнать ваши ощущения, ваше состояние после нашей последней процедуры плазмолифтинг. Последняя процедура мне далась немножечко тяжеловато. Она была... Я не привыкла столько много уделять внимание своей красоте, столько много заниматься своим лицом. Возможно, это было для меня именно слишком много после того, когда ты ничего не делаешь вообще практически. Видимо, вот это было небольшой проблемой. Самая такая тяжелая была. В основном я довольна эффектом, абсолютно довольна. Особенно, конечно, хотелось бы уделить внимание шее. Да, то есть намного, я вижу очень сильный эффект на шее и, естественно, и на лице, потому что кожа очень упругая, я чувствую кожу совсем качественно, совсем по-другому. Собственно, это то, чего мы и добивались, то, чего хотела я и чего хотели вы, чтобы просто улучшить качество кожи, чтобы не было никаких каких-то радикальных, заметных другим каких-то изменений, которые, в общем-то, всегда воспринимаются то ли это хорошо, то ли это не очень хорошо. Я думаю, что и последняя процедура еще проявит свой эффект. То есть, к сожалению, еще прошло достаточно немного времени после последней процедуры. И я думаю, что она нам закрепит то, что мы сделали благодаря шлифовке. Однозначно это очень здорово, классно. Это то, что способствует тому, что мы заставили кожу немножко регенерировать, оставили ее, вернее, простимулировали. Это только говорит о том, что запущены процессы регенерации. Пройдет еще несколько недель, и вы почувствуете уже полный комфорт, полное удовольствие от того, что мы сделали. Однозначно, совершенству нет предела. И то, что было все здорово и хорошо, мне очень приятно. Но, тем не менее, я вижу, что кое-что еще можно доделать. Здесь есть небольшая линия, которая еще не ушла. Возможно, она еще будет регенерировать, будет уходить. То есть эту линию, эту однозначно за счет того, что мы приподняли гиалуронкой, гиалуроновой кислотой, мы подняли носоглубные складочки, выровнялся и овал. Улучшилось вот состояние в этой зоне в целом. Улучшилось, это здорово. Да, я признаю, что стало очень-очень здорово овал. Намного значительно лучше выровнялась линия грусти, линия скорби. Однако одна половинка немножечко все равно еще не дотягивает. То есть чуть-чуть здесь можно подправить. Возможно, со временем она потихонечку еще будет выравниваться. То есть, в общем и в целом, я очень довольна нашим результатом. Хотя всегда продолжение среды. Наталья, прежде всего хочу вам сказать спасибо, что вы согласились принять участие в этом проекте. Очень редко, когда публичные люди готовы во всеуслышание заявить о том, что они что-то делают со своей внешностью. Для меня, я довольно открытый человек, для меня это не было никакой проблемой. Наоборот, для меня это было стимулом, что я все-таки сделаю все, что мне предписал доктор, потому что при обычных условиях, по собственному желанию, без публичного заявления, наверное, бы я не смогла себя заставить сделать, хотя сейчас я очень довольна, что я пошла на этот проект. И, естественно, сейчас я уже не боюсь и могу приходить в любой момент и продолжать заниматься улучшением своего внешнего вида, чтобы я могла выглядеть всегда достаточно на хорошем уровне. А, Наталья, что бы вы посоветовали женщинам, которые также собираются заняться своей внешностью и прибегнуть к методам эстетической медицины? Конечно, надо иметь определенный кураж, чтобы пойти на такие мероприятия. Да, это доставляет дискомфорт, да, это не всегда удобно, то есть есть какие-то ограничения по рабочему времени и по самочувствию немножечко есть какие-то нюансы. Но в любом случае
я для себя сделала вывод, что это стоит того. И, судя по результатам, не собираюсь отказываться от дальнейшей работы над своей внешностью. Да. Мы очень рады, что успели проделать все процедуры до наступления весны. И теперь вы можете радоваться в полной мере и тому, что происходит вокруг в природе, и своему новому отражению в зеркале. Еще раз спасибо вам большое. В свою очередь я хочу сказать большое спасибо персонально Ольге и всему ее коллективу, той приятной обстановке, которая создает уют и комфорт для человека, который решается на такие мероприятия. Да, на самом деле это имеет большое значение, когда ты приходишь, и к тебе очень внимательное, трепетное отношение, очень приятная, располагающая атмосфера. Поздравляю всех женщин и мужчин тоже с наступлением весны. Это прекрасная пора, когда все расцветает, когда все молодеет. И нашим женщинам молодости и красоты. Так мы завершили наши процедуры для героини Натальи. Это были очень серьезные процедуры. Это была лазерная шлифовка, это был лифтинг для шеи, это было введение гиалуроновой кислоты в носогубные складочки, в мелкие морщинки. И завершающая процедура была плазмолифтинг. Сегодня мы увидели плоды своего труда, то есть мы посмотрели на Наталью в завершающей. Ну, скажем так, что значительные улучшения я вижу, я в принципе довольна, хотя понимаю, что есть еще нюансы, с которыми я бы хотела поработать дальше. Хотя понимаю и хочу заверить вас всех, что в течение времени, даже если она будет просто пользоваться кремами и солнцезащитными средствами, то все равно прогресс, улучшения будут дальше происходить. Закончились наши героини Натальи, но хочу вас заверить, что показали мы только вершину айсберга возможностей эстетической медицины. Наблюдайте за последующими передачами. Продолжение следует. Ухоженных волос и правильной стрижки очень важно уметь подбирать и правильный макияж. Давайте узнаем, какой макияж предложит наш профессиональный визажист героине Ольге. Давай поделимся секретами, какой макияж мы сегодня будем делать героине Ольге. С наступлением весны мы все хотим выглядеть модно, ярко и стильно. И сегодня мы сделаем весенний макияж, который соответствует последним тенденциям. А что же это будет? Это будут очень яркие глаза, яркие губы или только один акцент будет на лице? Как таковых мы акцентов делать сегодня не будем ни на глаза, ни на губы. Залог хорошего макияжа – это хорошо подготовленная кожа, это хороший ровный тон и матовость лица.
Мы постараемся сделать этот макияж намного прозрачным, весенним и легким, летящим, как осенне-весенний ветерок. Нужно ли нашей героине делать коррекцию лица? Я думаю, что немножко можно откорректировать. Немножко откорректируем кончик носа, чтобы визуально его чуть-чуть укоротить. Мы не пластические хирурги, но корректором чуть-чуть нанесем на скулы и совсем немного на подбородок. Визуально корректором лицо более выравнивается, чуть-чуть округляется, так как форма лица более квадратная. Кисточки в твоих руках, как волшебные инструменты. Наша героиня меняется на глазах. Уверена, что в конце перевоплощения ей очень понравится новое отражение в зеркале. Но пока не буду вам мешать, продолжаем работу. Откорректировав нашей героине лицо, мы нежно и плавно перешли к ее красивым зеленым глазам. Увидев эту изюминку в ней, я решила подчеркнуть ее теплыми персиковыми коричневыми тонами и также выделить зеленым карандашом ее прекрасный цвет, потому что все-таки, когда глаза сияют свежестью и чистотой, мне кажется, что женщина идет улыбаясь, и это заметно, что ее глаза светятся. Перейдя к губам нашей героини, мы решили подчеркнуть их персиковым оттенком. Карандаш я выбрала пастельных тонов и добавили на нижнюю губу совсем немного блеска, так как губы у нее красивые, объемные, им просто нужно освежить и немножко придать блеск. Так как этой весной в этом сезоне актуальны яркие макияжи, не обязательно их использовать повседневной жизни. Это говорит о том, что вы должны сделать тот макияж, который идет именно вам. И также в этом случае для нашей героини мы подобрали именно образ, который подойдет именно для нее. Хочу посоветовать также вам улыбаться больше этой весной, потому что от улыбки зависит ваше настроение. И каким бы ни был ярким или прозрачным макияж, дарите друг другу красивые эмоции, дарите теплоту весны и будьте позитивны. Ольга, мы понимаем ваше нетерпение. Вы уже хотите поскорее увидеть свой новый образ в зеркале. Мы, в свою очередь, также ждем с нетерпением вашей реакции. Это как вознаграждение за весь сегодняшний день и за все эти предыдущие дни, которые вся команда программы провела вместе с вами, работая над новым образом. Остался такой последний вопрос. Вы готовы увидеть себя в новом образе? Готова. Волнение немножко есть, но я думаю, что вы с ним справитесь. Ну что же, Василий, давайте повернем. Раз, два, три, и мы поворачиваем вас. Это было эмоционально. У меня сейчас сердце выпрямили. Реально, это очень красиво. Вы такие молодцы все. Как вам цвет волос? Я сейчас расплачусь. Очень здорово. Вот это я реально, вот это я вот такая. 16 лет, вот я тоже красилась в рыжий цвет, и я сейчас вот такая. Нашей героине Ольге мы тоже подобрали короткую стрижку, учли структуру волос, учли какие-то черты лица, чтобы ей было легко ухаживать за этой стрижкой. Вот, и, естественно, подобрали и цвет. Я подобрал технику стрижки специально для пористых волос, для вьющихся волос. То есть это шли сначала ровные срезы, потом шел point cut. Мы врезались в эту прядь ножницы для того, чтобы не был ровный срез, а чтобы волос был, как будто он растет натурально. Когда эти завитки у нее будут завиваться, то есть это будет красиво смотреться, будет смотреться естественно.
очень важно, когда мы подбираем стрижку, особенно короткую стрижку, нужно подобрать правильный цвет. Потому что короткая стрижка смотрится именно когда красивый цвет. То есть это может быть темный, это может быть холодный блонд или какой-то яркий цвет, да? Какие-то пастельные тона или тона какие-то такие более мягкие, скажем, золотистые, то они смотрятся, естественно, только на длинные волосы. Там каре, какие-то там более удлиненные там стрижки у лица. Короткие стрижки всегда требуют акцент, именно акцент на цвет. Тогда выигрывает и стрижка, и цвет. Есть население, которое носит, допустим, короткие стрижки, но они не ухоженные, да? То есть они стригутся для того, чтобы это было практично, да, удобно. Но сейчас это очень модно. Сейчас это тренд короткая стрижка. То есть как вот мужчины стали отращивать бороды, скажем, вот женщины сейчас стригутся. Короткие стрижки до сих пор в тренде. У истоков этого тренда, как всегда, стоят мировые знаменитости. Повальное расставание звезд со своими длинными локонами началось еще в прошлом году. Для некоторых из них решение значительно укоротить длину своих волос было вынужденным. Актриса Дженнифер Энистон сделала боб после неудачно проведенной процедуры выпрямления волос. А локоны Дженнифер Лоуренс пострадали от неудачного осветления. Искусство, как известно, требует жертв, особенно если речь идет о киноискусстве. Так, ради роли в драме-мюзикле «Отверженные» актриса Энн Хэтэуэй подстриглась под мальчика. И хотя Энн жаловалась, что не может привыкнуть к короткой длине волос, отращивать длинные косы она явно не спешит и остается верна своей короткой стрижке и по сей день. Другая звезда, но уже обладательница белокурых волос, Майла Сайрус, решительно объявила, что длинные локоны для нее в прошлом и сделала стрижку в стиле панк с бритыми висками и затылком. Стрижку под мальчика потребовала у своего парикмахера и обворожительная Шарлиз Терон. Дива сказала, что ей нравится свобода, которую дают такие прически и их женственность. Осенью прошлого года впервые за долгую карьеру подстриглась под мальчика и 46-летняя Памела Андерсон. Почти одновременно с Пэм с локонами рассталась Дженнифер Хадсон. Актрисам надо отдать должное, короткая стрижка сделала их элегантнее, а Памеле Андерсон убавила еще и возраста. Такую же добрую службу короткая длина волос сослужила и нашей героине. Если вы решили себе позволить короткую стрижку, то не забывайте, что об этой форме нужно думать и ухаживать. Только тогда она будет смотреться в тренде, она будет смотреться эффектно, будет смотреться натурально и красиво. Выбранный нами медно-золотистый оттенок очень выгодно подчеркивает черты лица, несмотря на то, что это оттенок блонда. Диагностировав исходный цвет волос нашей героини, мы заметили, что все-таки рыжинка там присутствует, поэтому, конечно, далеко отходить от натурального цвета не стоит, потому что это будет смотреться уже не совсем интересно. Стоит отметить, что данный цвет волос очень выгодно подчеркнет как короткую стрижку, так и очень красивые длинные волосы. Said her name was Cinderella. From under her umbrella with a blues. При окрашивании нашей героини мы избежали обесцвечивания волос, но стоит отметить, что волос героини вьющийся, это изначально сухой волос, поэтому он, конечно, нуждается в некоторой пропитке кератином. Мы нанесли кератиновую маску как спа-процедуру для волос, которая очень интенсивно увлажняет, уплотняет волос, делает его более эластичным. Если волос по природе вьющийся и сухой, стоит применять такие маски. Или же, если волос подвергся
ранее обесцвечиванию или каким-либо другим процедурам, которые нарушили его структуру, не стоит путать кератиновое насыщение волос, то есть лечение волос при помощи кератина, с кератиновым выпрямлением, которое в последнее время очень стало широко распространено в нашей республике. Это совершенно две разные процедуры. Кератиновое насыщение волос совершенно не влияет на структуру. Если у вас по природе своей вьющийся волос, после данной процедуры ваш вьющийся локон останется при вас. Никаких изменений кардинальных не будет, кроме того, что вы приобретете более здоровый, упругий завиток. Весна пришла, нам пора что-нибудь изменить, призвать солнышко к себе поскорее, чтобы погода в солнечную Молдавию вернулась как можно раньше. Поэтому, если вы хотите изменить себя немножко, то вы можете с легкостью использовать золотистые и медные оттенки в цвете своих волос. Не обязательно при этом менять себя кардинально в какие-нибудь кричащие, вызывающие оттенки. Стоит немножечко добавить акцентов или ненужных нюансов, и вы преобразитесь. Интуитивный психолог, поэтому отойти от классических вещей в ее гардеробе мы никак не могли, но привнести в него модные тенденции мы были обязаны. Первый образ у нас удобный и комфортный, но в то же время он в тенденциях сегодняшнего дня, и Ольга после тяжелого рабочего дня, после общения с бизнес-партнерами и клиентами сможет поменять классические лодочки на балетки и прогуляться по ночному городу. Второй образ мой любимый. Белое шелковое платье в сочетании с грубым вязаным кардиганом и плотными черными колготками создает английский такой London style. Увидев такую девушку, я подумаю, она приехала из Лондона. Создавая третий образ, мы взяли любимыми всеми стилягами свитшот с узкими брюками и леггинсами. И в сочетании с классическими лодочками мы получили образ спортивный шик. Наша героиня так может пойти в ночной клуб и с любимым человеком провести ночь. Ей будет очень удобно, она будет модная, что немаловажно, она будет очень сексуальной.
Какой бы серьезной ни была ваша профессия, научитесь улыбаться и улыбаться в первую очередь над собой. И мода вам позволит это сделать. Будьте веселыми и не очень серьезными. Ольга, делитесь с нами своими ощущениями. Не терпится их услышать, эмоциями прожитого дня, образом довольны или нет. Потому что теперь мы увидим уже цельный образ. И одежда, и прическа, и макияж. Все уже сыграло в одну общую композицию. Какие ощущения? Ириш, я сейчас настолько полна эмоций, ощущения весны и лета. Поэтому с удовольствием мой бизнес перейдет в другое русло. Более современный, более молодежный. Поэтому мы с вами с удовольствием можем перейти на «ты». Я с удовольствием перейду на «ты». Тем более, что перед собой я вижу юную, привлекательную девушку. О годах как-то и не думается в такой момент. Самый главный вопрос, который я не услышала, вернее, ответ твой. Понятно, что теперь будет польза для бизнеса. Но как ты считаешь, удался ли сюрприз для твоего будущего мужа? Как он отреагирует на такое изменение кардинальное? Я буду надеяться, что тот образ и то солнышко, которое есть у меня в сердце, перебежало на мой стиль, ему будет к лицу, он его оценит. Осталось дело за малым. Увидеть реакцию твоих коллег по работе. Давай приоткроем завесу тайны. Ты работаешь вместе с сайтом «Молдова Today». И сейчас в кафе тебя ждет редактор сайта Катя Корочковская. Очень интересно. И мне, я думаю, что тебе увидеть ее реакцию на твои изменения. Да, я являюсь приглашенным экспертом в данном проекте. Мне самой будет очень интересно, как Катя отреагирует на мой новый образ. Как вам? Это ты или не ты, Олечка? Это вообще, это я просто, дайте рассмотреть поближе. Очень хорошо, вот действительно изменилось. Вот как передача «Новое я», так «Новое ты». И рыженькая, слушай, цвет волос, и форма прически. Ты же меня обговаривала сделать себе. Помнишь изменения? Говорит, смотри осторожно со стилистами. Ну, смотря какой стилист. Видишь, если хороший стилист, изменения, давай присядем. Рассмотрим тебя поближе, спасибо, более Катюша. Детально. Я так рада, что ты пришла, да. Очень рано. Да, очень красиво, да, мне нравится. Прямо по-другому. Действительно, вот как «Новое я», так «Новое ты». Олечка, мне очень понравилось, изменения понравились. То есть твое преображение очень стильно, то есть это так ты выглядишь намного моложе, хотя ты тоже молодая, но все равно, то есть эта форма немножечко так тебя освежила, тем более, что ты возвратилась к тому цвету волос, который у тебя был в 16 лет, да, и тебе это здорово идет. То есть теперь каждый день, я думаю, что ты должна ходить в таком луке, да, ну, по крайней мере, практически каждый день выбирать вот такие массивные украшения, сочетания, то есть очень-очень классно, здорово. То есть на самом деле это изменения кардинальные. Хочу поблагодарить всю чудесную команду проекта «Новое я», все замечательные люди, мастера своего дела и высшего класса. Действительно, люди, которые занимаются своим предназначением, которые горят этим делом. И даже оператор, который стоит за камерой, когда снимает, он улыбается. Я вас всех очень благодарю, вы стали замечательными и, наверное, какой-то частичкой семьи моей. Я буду очень рада с вами дружить дальше. Не знаю, как у вас, а у нас весна не только на календаре, но и в душе. Настроение отличное, образ получился шикарный. Если ваша душа этой весной также жаждет перемен, пишите нам novikovasobachka.rtr.md. Желаю вам хорошей, приятной, яркой и модной весны. До новых встреч на канале RTR Молдова. Весна – это время перемен. Мы говорим о том, что весна уже наступила. Нет. Сейчас надо сформулировать как-то. И мы А ты меня показываешь? Кто? Теперь у меня будет новое лицо. В тренде она будет смотреться эффектно, будет смотреться натурально и красиво. Я не знаю, что я сказал. Создавая последний образ, мы взяли всеми любимый... Всеми...
Давай я его прочитаю просто текст. Твои глаза блестят сильнее, чем камера. Я жду Ваню. Я жду тебя.